завод по производству косметики, загорелся утром во вторник в густонаселенном районе Токио-Сумида. Площадь огня составила 500 квадратных метров. Как сообщает японское издание Nikkei, в момент инцидента на фабрике находились 13 человек, они эвакуированы. Однако один из работников отравился угарным газом. На месте пожара работают более 50 пожарных расчетов. Полицейское управление призвало жителей эвакуироваться из этого района, поскольку в горящем здании находятся опасные химикаты.